Военные сказали, что молодых людей заберут в штаб. Село какое? Я хочу. На 7 седу утра, 7 часов. Мы ничего не знаем, мы спали. Мы не знали, что у нас проходят боевики, где они находятся. Федеральные войска на нас начало обмануть, на нас село. Так, ночью отбиться не помню. Ночью мотай, пора отбиться. Жим миллиш, сердце ложь. Ночью мотали. Так, кино, спамно, съедь, танк наш, пенсия, шесть. Да, ты же вас таю, что ходил фазер. Исхолом, мадатер. Он ты там был, он эгэдэ был, что худо. Эти кадры, наверное, буду смотреть, я думаю, наш президент Путин, который за счет этой войны стал президентом Москвы. Эти федеральные солдаты, которые на нас войны начали, самые жалкие для меня, я хотел отметить, которые вокруг нашей силы стоят, эти солдаты. Ночью, в час, 12 часов, они заходили, лазили через наш забор, с голода просили кусок хлеба, пачку чая.